Противоречивые данные прилетают из США, то инсайдеры рассказывают, что Гарри грустит и мечтает о Рождестве в Сандрингеме под крылышком у бабушки-королевы, а жестокая Меган его не отпускает, угрожая, что билет будет в один конец. Ни она, ни дети не поедут с ним, а если Гарри отправится один, то Меган с ним расстанется и детей больше не увидишь. То напротив, семья довольна и счастлива, планирует домашний обед, которым угостит в Рождество узкий круг своих знаменитых гостей, имена которых, разумеется, не разглашаются. Цыпочки в курятнике поместья Сассексов в Монтисито нервно поглядывают в сторону площадки для барбекю. Но вот вам не инсайдер, а целый визажист Дэниел Мартин, который некогда работал с Меган, и был счастлив воссоединиться с Сассексами во время их последнего визита в Нью-Йорк. Он рассказал о своей недавней работе с Гарри и Меган, описав, как они были расслаблены, посещая различные мероприятия. Ген Мартин сказал журналу People: «Было так весело снова встретиться. Комфортно, расслабленно, наша банда вновь собралась вместе. Гарри много шутит, а Меган смеется ему в ответ. Было радостно видеть, что на их лицах наконец-то появились улыбки. Они наслаждаются своей независимой семейной жизнью, им нравится жить вот так, вчетвером, они фантастическая четверка». А между тем, по другую сторону пруда, в Великобритании, СМИ предаются воспоминаниям о великолепной Меган, что им еще остается делать. Ведь по словам королевского эксперта Нила Шона, герцогиня Сассекская вот уже месяц грустит за закрытыми дверями, после всего того негатива, который вылился на нее после участия в шоу Эллен ДеДженерис. Так что издание Daily Express решило напомнить своим читателям, о чем в октябре 2020 года говорила британская писательница Хилари Ментил, давая интервью журналу Harper's Bazaar. А говорила Хилари следующее: Меган была слишком хороша, чтобы быть правдой. Она была единственным человеком, который освещал своей улыбкой скучное учреждение, королевскую семью. Она без конца подбадривала нацию, вселяя в мужчин и женщин надежду. Но я рада, что Гарри и Меган решили разорвать свою связь с монархией, ведь только так они могли сохранить свой брак и наслаждаться семейным счастьем. Хотя никто из нас не знает, как это будет работать.